Очередной сюрприз для ценителей оперного искусства. Ведущие солисты театра «Астана Опера» представили яркий, незабываемый концерт «Любовь, каприз и волшебство» из цикла «В кругу друзей». На сцене камерного зала выступили обладатели великолепных голосов. Обладательница красивейшего сопрано Сандра Пламенац, лауреат международных конкурсов, солист одного из германских театров, бас-баритон Бауржан Андержанов. Он, кстати, и является идейным вдохновителем музыкального цикла «В кругу друзей». Порадовал своих поклонников и лауреат международных конкурсов баритон Евгений Чайников. Подобные концерты проходят уже несколько лет. Отмечу, некоторые из вокалистов с мировым именем, и в частности Сандра Пламенац, в Астане будет петь и на сцене Большого зала в компании с Пласидо Доминго. Я в Астане уже не в первый раз, и теперь я приехала, чтобы спеть в сегодняшнем концерте, а также в опере «Травиата» в роли Флорес маэстро Пласидо Доминго и 6 числа в опере «Мадам Баттерфляй» в роли «Мадам Баттерфляй».